Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть агент 007 Джеймс Бонд. Продолжить. Игрушка старенькая, но мне нравится, классно. И не требует много всякой хрени. Это Лондон. Это Картер, я с Бондом. Похоже, мы его упустили. Кого упустили? Малака, он делает бомбы. Бонду поручили... Да, я в курсе. Где сейчас Бонд? Малака заметил меня и сбежал. Бонд погнался за ним. Тогда шанс еще есть. Я задействую спутник и начну прослушку исходящих звонков. Вас понял. Направляюсь за Бондом. Будь на связи. Он нам нужен. Он нам очень даже нужен, я бы сказал. А, это не я управляю или это я управляю? Только по сторонам могу смотреть пока. Сам едет. Вон он. Подожди, нам нужен этот взрывник. А, блин, я же забыл, как по этой хрени двигаться, но... Сейчас. Ну давай, чё ты, блин? Скорее, он от вас уходит. Так. Опа. Устроил он туда. Это танк. Объект карабкается на здание. Да подождите. Карабкается. Он. Следующий за ним. Прыгайте. Прыгаю. Подтягиваюсь. Бегу всеми возможными способами. Что еще надо-то? Блин, столько людей там внизу погибло нахрен. По-любому. А эти неугомонные. Охренеть, я же нажал пробел. Не упустите его, Бон. Другого шанса не будет. Давай. У него за спиной что, прошу, что ли? Я и понять не могу. Он предохранительный, что ли? Вошел в посольство Намбуту на Мадагаскаре. Опять не успел его поймать. 007? Бонд. Только что его повысило. На чужой земле? Противник Бонда, вероятно, просит убежище. И Бонд рушит последнюю нерушимую заповедь. Нет сигнала от местной камеры. Судя по картинке со спутника... Бомба. Характерная тепловая сигнатура. Найдите нашего агента. Это должно быть Картер. Давайте. Мне нужно... Это не важно. Дальше. Я хочу видеть все, что видел Бонд. Каждое лицо, каждый файл. Остальное не важно. Нет, еще дальше. Найдите Бонда. Что за оно? Это я, Эмма. Какая наглость. Я присвоила вам 2 нуля, и вы это отметили, расстреляв посольство. Избавить мир от торговца бомбами – уже результат. Мы хотели допросить его, а не убивать. Из-за вас нам не узнать, кто и зачем его нанял. Его нанял некий Алекс Димитриус. Димитриус? Что он задумал? Это я и хочу узнать. Я проследил за ним до научного центра. Научный центр.
И что мне? Научный центр Майами, Флорида, ну? Ну что, его убить, что ли? Кого-то ждет. Вы знаете кого? Пока нет. Когда прибудет мой путь прыгнет, больше никого не пускайте. Балтар. У него трое часовых на балконе. Бонд, вы в Майами, не в занюханном посольстве на Мадагаскаре. Штурм исключается. Так, уничтожить снайперов на балконе. Первый. Второй. Не вижу третьего. Вот, сейчас давай. Наблюдаем движение на крыше. Похоже, там снайперы, три человека. Вы можете подняться выше? Вам нужен обзор получше. Сейчас должна появиться ваша первая цель. Он на крыше, прямо над главным входом. Вижу. Второй снайпер слева от вас, в дальнем конце здания. Еще один справа от вас. Это последний. Снайперов больше нет. Спускайтесь на улицу, пока не нашли тела. Оставьте винтовку на месте. Ее заберет наш местный агент. А как мне ее оставить? Ривера, это периметр один. Блики давал рекламный щит по ту сторону дороги. У него сломалась одна из створок. Нас же туда сдвинули, решили, что это снайпер. Будем держать в курсе, но угрозы пока нет. Так что, конец связи. Так. А как мне сбросить-то тебя? Подожди. Это, ну как сбросить-то? Так, управление. Так, бой. Перезарядка, бросить гранату. У меня пока гранат нету. Так, в передвижении тоже нету. Взаимодействие, снимок экрана, использовать, укрыться. А, он сам сделал это. Так, Дмитрий, нам все не так. Чтобы нас засекли федералы, мы проводим такой товар, что лишнее внимание нам точно не будет. Это Ривера, я вернулся. Группа загрузки в третью точку. Там еще остались где ты? Я все подниму. Так. О. Что у вас здесь? А сюда можно было мне или нет? А я должен был тут красться везде, смотрите-ка.
Можно было подорвать. Ничего нету. Так, что это у нас? Всему персоналу руководитель группы охраны так нужно. Так, должно до сведения усилить свою охрану за счет опытных наемников, частной охраны. Понятно. Так. Минутку. Открыл. Сейчас, подожди, подожди. С этой стороны. Нет? Не вижу тогда, где, где еще есть. Здесь что ли где-то? Блин, я все обыскал. Так, командир, так, все подгруппы перекрыты. Наши бойцы находятся в точках 3, 5, 6 и 9. Крыша готова к эвакуации. Понятно. Это Бёртон, группа 2. На заднем дворе тихо, никого не было, прием. Группа 1, переулки. Группа 1, что у вас? Прием. Группа 1, ответьте, прием. Какое нахрен подкрепление? К кому? Под обстрелом! Противник в прицеле! Это группа 2, нас обстреляли! Следующий в нашей зоне! Где ты? Понятненько. Так, сойдет? Давай. Не понимаю, на чего ты рассчитывал? Группа 2, это Ривера. Как обстановка? Цель уничтожена? Нет, выполняю задачу. Давай. Где, где, где? Так. Пока неплохо идет. А что это у меня там? Что-то взорвалось. Группа 2, это Ривера. Как обстановка? Цель уничтожена. Вау. Тихо, тихо. Куда ты за мной?
собрался он. Так. Блин, вот тот меня, наверное, гасанул-то. Ящик-то оружейный. Это чё? А? Ветер. Ветер в голове. Машины не пострадали. Прошу заметить. Так, внутрь. Конечно, внутрь. Вот он. Читаем, что там. При необходимости использовать вооружение, лежащее на парковке, это оружие не является частью сегодняшнего груза. Нормально. Ух ты. Да, мать твою. Ну, у меня, по-моему, такая же. Так. Мы уничтожили его. Группа 2, 200. Группа 2. Охренеть! Под красным. Незаметно. Группа 2, ответьте. Группа 2. Группы в здании. Противник еще жив. Он мог проникнуть внутрь. Будьте начеку. Вот. Только подожди, не сейчас, наверное. Включите прожектор, осветите все, пожарные лестницы, карнизы, найдите его. А я потихоньку. На крыше что у вас? Все чисто, сэр, никого нет. Всем группам немедленно сообщайте о возможном местонахождении противника. Прием. Понятно. Ой-ой-ой. Противник в прицеле. Уничтожить. Да, блин. На крыше что у вас? Все чисто, сэр. Никого нет. Всем группам немедленно сообщайте о возможном местонахождении противника. Прием. Так. Можно побыстрее. Противник в прицеле. Блин. На крыше что у вас? Все чисто, сэр. Никого нет. Всем группам немедленно сообщайте о возможном местонахождении так. Противника. Да, так когда, чтобы оно наверх опять ушло. И тогда попробуем. Где граница-то у него? Ну, шевелись. Он уже обратно пошел. Там два тела стоят. Это крыша. У нас перестрелка. Ждите подтверждения. Жду, прием.
Подтверждаю контакт с противником. Высылаю подкрепление наверх. Воздушная поддержка будет через минуту. Кто где? Так, взяли. Птичка уже на подходе. Димитриус будет готов к отбытию через 5 минут. Обеспечьте прикрытие вертолета и убедитесь, чтобы отход прошел тихо. О, тихо. Тихо это как мы любим. Тут и не пройти получается. Понял я. Ну давай. Так, сойдет. Охренеть. Перезарядка. Хорошая вещь. Перезарядил. Ой, дурачинушка ты у меня, дурачинушка, конечно. Охренеть. Не тем стрельнул-то. Значит, надо укрыться. Будем считать, что тебя не видели.
там случилось? Что с вами? Опасность! Что, никто меня не ждет? Блин. Вот здесь. Это орел один из Блин, и там еще человек бежит. Блин, все так хорошо начиналось. Но зато я кое-что увидел, что до этого не видел. Это орел один вижу противника. Твою мать, вот откуда он появляется, нахрен этот человечек? Это орел один. Так. Стоп! Это орел один. Нас подбили. Мы падаем. Повторяю, мы. Орел один, делай. Орел один. Я подальше отойду. Есть новости? Бонд на крыше научного центра. Он сейчас вошел в здание. Как Димитриус? Данные подтверждают слова Бонда. Димитриус контактировал со взрывником на Мадагаскаре. Самому Димитриусу изготовители бомб не нужны, он посредник, занят контрабандой оружия. Он прилетел в Майами с Багамских островов. Я проверил известных нам людей, которые были там. Ба, кого я вижу? Наш любимый финансист. Вы думаете, Димитриус посредник для шифра? Не исключено. Но зачем? Тоже какой-то актер, по-моему. Изготовителя бомб. Это дело Бонда. Может, он ему сегодня все уже и расскажет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!